Удивительно не то, что мы с вами видим, а то, что мы с вами не знаем. Меня зовут Тайное НЛО, и сегодня, дорогие друзья, о том, что я хочу вам показать и рассказать, вы узнаете многое интересное. Все скрывается, все поднимается. Все, что было вчера, может пройтись и завтра. А именно о том, что скрывается сегодня, может не быть и завтра. Происходящее, которое люди снимают на свои телефоны и на видеокамеры, задают множество вопросов о том, что они видят, но когда они начинают рассматривать по много раз эти видеосюжеты, то осознают, что они засняли не просто интересное видео, а именно космическую угрозу. Такие кадры, которые вы сейчас увидите, досмотрите до конца. Оставьте комментарии, если есть какие-то интересные, то и вопросы также. Ну а мы, дорогие друзья, начинаем. Самое интересное о том, что этот необычный видеоролик, который вы сейчас увидите, поверг не просто в ужас тех людей, а именно того человека, который заснял. Дискообразный дрон пришельца прилетел человеку на помощь. То, что вы сейчас наблюдаете, неподалеку случилась какая-то интересная история. Парень просто начал кричать просто так, но исходя всего не было никого поблизости. А кричал он по одной маленькой причине. Его укусила змея. Он начал терять сознание. Рядом с ним появился серебряный НЛО. То, что вы сейчас наблюдаете, это и есть серебряный дрон пришельцев. Его девушка засняла необычную картину, как космический дрон находился неподалеку от парня. После того, когда она вызвала медпомощь, Брайан остался жив. Но этот дрон, то, что вы сейчас наблюдаете, засняла девушка, он просто-напросто скрылся и улетел. Но это, дорогие друзья, не все. В штате Калифорния случилась еще одна интересная история. Космический, необычный, как утверждают, скорее всего, наверное, астероид, но на самом деле это не астероид. Это космический корабль, который был заснят на камеру множество интересными людьми. Уфологи занимались здесь очень интересной историей. Когда-то здесь, дорогие друзья, раньше, миллионов лет назад, упал огромный метеорит. Так утверждали множество людей, но из-за спутника с вышки была заснята еще одна картина. Взрыв был изнутри, а не снаружи. Но что это такое, вы скажите мне, пожалуйста, я объяснить так и не могу. 2020 год, август 15-го. Этот космический корабль упал в том месте, где и был взрыв огромного астероида. Ну и последний видеосюжет, который вообще шокировал множество интересных людей. В России случилась необычная картина. Космический корабль огромного, можно сказать, типа версии утверждает, что это человеческий ресурс и происхождение. Конечно, все как-то примитивно, потому что в космическом пространстве такие спутники видны очень часто. Но это, дорогие друзья, совсем не то, что вы думаете, а именно создали космический корабль. Но так утверждают, может это и фейк, в Российской Федерации. Такого, конечно, я ж не мог и представить. Но все это, дорогие друзья, очень секретно. Спасибо за внимание, спасибо, что вы посмотрели, и спасибо о том, что я вам показал. Ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте, дорогие друзья, смотреть меня и ставить колокольчик. До новых встреч и всем, конечно, пока-пока.